Всем привет, это канал G-Games, меня зовут Гамбит. Всех рад приветствовать. Что с трансляцией? Что ты мне хочешь сейчас опять сказать? Ничего мне не говори, все должно быть идеально. Всех рад приветствовать в нашем сообществе GTX. Gambit Team Zenial, гостеприимная команда Гамбита, ребятушки. Всех с наступившим 2021 годом. Я уже говорил в конце прошлого года, скажу в начале этого. Всем желаю, чтобы год был хороший. Не как тот, а как этот. Что прям классно было. Вот, всех рад видеть. Что мы делаем сегодня? Давайте я в двух словах сейчас сразу расскажу. Нет, все-таки проверю еще раз, что по трансляции у нас. Да, в эфире написано звук. Да, в эфире. Да. Какой очень приятный голос. Да. Гвинт, я из него ушел. Со своего канала я из него ушел, наверное, в конце 2018 года. В середине 19-го я немножко в него поиграл. В мобильную версию. Вот. И сейчас меня опять пробило. Вот я говорю, если я чего-то категорически отказываюсь, значит, скорее всего, я к этому вернусь. В итоге вот, возвращение в Гвинт. Я 3 раза из него уходил и 4 раза возвращался. Значит, все-таки, я думаю, это что-то да значит. Вот. Дигет. А воробушки, с наступившим Новым годом. Тебя тоже, дружище, с наступившим Новым годом. Всех благостей и непотребств тебе. Вот, чтобы это возвращение было хоть как-то немножечко интересно, для тех, наверное, кто любит Гвин, для остальных это будет просто типа, так, что это? Я копил денежки. Когда в сентябре, наверное, что-то я не помню, когда я мобильную версию начал играть, когда вышло дополнение про Господин Зеркало, я не пойму, в чем дело, что у меня с мобильной версией. А какая-то дичь. Ну-ка, работай, пожалуйста. Давай. Вот, еще, кстати, поставилось расширение. Оно прям вот поставилось за 5 минут до начала стрима. Предложили, что если вы будете стримить Гвинт, есть какая-то штучка. Вот расширение. Гвинт Обсервер. В общем, это что-то классное, и это очень вам пригодится. Я из тех как раз. Так что это? Это Гвинт Обсервер. Ты должен знать, что это такое. Я просто не знаю. Потому что вот реально, то есть вот за 2 минуты до включения, то есть она появилась, мне сказали, надо. Вот. Есть версия, конечно, давайте быстренько загуглим, я думаю, мы можем себе это позволить. И потом я расскажу, о чем у нас, что сегодня будет вообще за стримчанский такой у нас. Давайте-ка наберем. Угу, на каком языке я вообще набираю сейчас? Вот, это английский, это я немножко знаю. Ну-ка давай-ка, обсервер. И первый в запросе, первый Gwent Observer Not Working. Просто давайте прям спросим у Google, что это такое? На немного забежал, юный подаван набирается сил, пока рад увидеть тебя днем. Пожалуйста. Так, юный подаван набирается сил пока. Все понятно. Я понял тебя. Это официальное расширение для стримеров Гвинта, позволяющее зрителям видеть способности карт на поле. Все, я понял, что это такое. Да, то есть у вас реально мое игровое поле, оно для вас становится активным. То есть если вы просто мышкой, наверное, на мобильной версии это не работает. Что со здоровьем? Все хорошо? Ты же не приходишь ко мне на стримы, да? 30 декабря, в ночь на 31. Все, у меня этот положительный, отрицательный, короче, тест. Вот еще 5 числа ждем последние там остатки. В принципе, все хорошо. Что я говорил-то? Да, то есть кто сидит с компьютера, у вас активная мышка. То есть вы можете навести на все элементы игры, и все у вас будет показываться. То есть я не знаю, как в основном меню, но это точно работает в игре. Вот. Это удобно, потому что я когда, допустим, смотрел тут стримы, неделю на полторы назад заходил, смотрел, я такой, что-то мышка дернул, такой, о, вот это да. Я вижу описание карт, допустим, я могу зайти в отбой противников, в наш отбой. Я спью в это время. Ну ладно, бывает. Вот. Короче, прикольная штучка. Лайк. Вот. Что сегодня будем делать? Я копил руду. Сейчас для тех, кто не в курсе, вообще будет странно, да? Я копил руду, чтобы купить бочки и достать из них карты. Вот так. Реально, здесь за руду покупаются бочки, а из них выпадают карты. Здесь за руду покупаются бочки. Откуда ты говоришь? Выпадают карты. Здесь за руду покупаются бочки. Откуда ты говоришь? Подождите, я не вижу себя. Откуда-то звук пошел.
Подожди. Выключи звук. Все. Решил проблему. Так, ну чего ты мне тут показываешь? Все, у меня в Твиче открыто 15 вкладок, и я не могу ничего найти. А Гвинт, это похож на... Как праздничное обжирание? Никак, у меня запахов, вкусов нет. То есть, болезнь-то вроде как бы отступила, а побочные эффекты остались. Вот, поэтому запах мандаринов я не чувствую. Вот. Все, короче, когда выходит новое дополнение, можно купить себе типа предзаказ. За предзаказ дают 40 бочек. 40 бочек это сколько? Как тяжело я считаю, да? 200? Что ли, карт? Да, это получается 200 карт. Естественно, много повторных. И все это как бы, ну, чаще всего распыляется. Но какие-то карты по-любому новые будут. Потому что карты из нового дополнения. Вот. Я накопил на 50 бочек. 4000 я накопил по осени, и вот еще 1000 догнал сейчас. Можно, конечно, купить руду или купить бочки, но одно дело в игре все приобрести. Тут сочувствую. Благодарю. Вот, и значочек, это расширение, оно у меня вот видно здесь. Я его вижу. Да, в общем, мы заходим прямо сейчас, немедля, в магазин, покупаем 50 бочек нового дополнения, которое вышло в середине декабря. Улавка нету. Да, спасибо. И мы сейчас просто будем открывать 50 бочек. Будет выпадать 4 карты, которые сразу к нам. И из 3 нужно будет выбрать одну. Просто кому жанр ККИ, а он именно так называется, близок, это коллекционная карточная игра. Кто хоть когда-то там играл в Hearthstone или Magic the Gathering, то есть, я думаю, он поймет. Вот, и тут будут мои размышления, буду сидеть и думать, а с чем эта карта может сыграть, а как мне ее лучше взять и так далее. Если кто-нибудь на стрим забежит, человек, который реально в этом шарит, в Гвинте, это будет шикарно, мне прям эта помощь будет нужна, потому что сколько карт я могу хороших недополучить, просто потому что я решу, что да, не надо мне это. Вот, то есть, будем полагаться на каком-нибудь наитие. Премиальные бочки дополнения. Это премиальные, это которые анимированы, я так понимаю, 400 рублей. Не гонись за этим. Никогда ничего не анимировал. Не работал аниматором. А, работал аниматором, что я вру-то. Так, ладно. Нам нужна бочка пути Ведьмака. Вообще-то путь Ведьмака вроде называется она. 55 тысяч руды. Вынь да намажь, пожалуйста. Подаван набрался сил. Все, привет подавану, с Новым годом тебя и твою семью, всех тебе благ, удачи, не забывай, пожалуйста, заходить, приходить и общаться. Общение хорошо, не общение плохо. Берем. Никас только бочек не открывал, честно. Сейчас, кстати, это ГОК. Кто смотрел The Dying Light, то тот поймет. Ну, Гвинт как бы есть и в Стиме, но тут я уже не мог. Я не могу брать Гвинт не в Гоге, извините. Это все-таки Ведьмак. Закрыть сначала нажми. Посмотрим 50 бочек. Тем, кто папашки в этой игре, кто давно играет, у них там никак у меня 19 руды там тысячи. Вот эти вот обрывки там тоже сотни тысяч. И метеоритная пыль, в принципе, да, она так сейчас ходовая. Много, можно купить за нее игровые поля, там анимированные карты сделать из обычных. Ну, такие дела. У меня сегодня весь день проблема с мобильной версией Твича. Я не знаю, ну, может снести ее, что ли? Очень плохо себя ведет, короче. Ну все, что тянуть, давайте. Я в расписании поставил типа час. Я думаю, за час мы 50 бочек этих откроем, если я не буду сидеть долго-долго размышлять. Потому что я могу сам себя, в принципе, в угол загнать своими размышлениями. Понеслась! Рухнем! Бухнем! Весь мир в труху, давай. Это нормально. Окей. Пропал звук анимации взрыва бочки, ну ладно. Поехали!
Я не буду открывать все карты быстро, я буду открывать и читать. Отравленное оружие, 5 единиц урона вражескому... Так это Нильфгард, это фракция Нильфгард. 5 единиц урона вражескому... Вообще, кстати, надо было поставить какой-нибудь счетчик еще, только я это пока не умею делать. Короче, буду просто считать, сколько легендарок нам упадет. Ну, вот, типа, крутых карт. Я открыл, наверное, 6 бочек уже, пока тут играл, проходил приключения, типа, нового дополнения. И мне 3 вроде или 2 легендарки упали уже. Ну, да бог с ними. Отравленное оружие. Нанесите 5 единиц урона вражескому отряду, расправа, удалите его и создайте его копию. И поместите ее наверх колоды противника. Господи. Короче, расправа невыгодна, мне кажется. Потому что мы удаляем карту и кладем ее наверх колоду противника, то есть он ее следующий возьмет. Хотя в третьем раунде, наверное, нормально. Ладно, создание бомбы. Вот, у меня их уже 2 этих карты, то есть это уже распылится мне. Вражеские отряды говорят на его стороне, добавьте ему кровотечение на 4 хода. Если в его ряду нет других отрядов, тогда нанесите ему 4 единицы урона. Понятно. Этой тоже уже 2 копии у меня есть, это тоже в пыль. Адепт школы Грифона. Щит, приказ, обратите дружественного ведьмака в изначальную копию карты Адепт Школы Грифона. Окей. Это надо просмотреть. Суккуб. Новые суккубы появились. Так, это зверь. Завещание. В конце вашего хода призовите другую копию суккуба из вашего сброса. Другую копию суккуба из вашего сброса. В случайный ряд добавьте ей обреченность. Адреналин 3 не добавляет обреченность. Все, я понял. Угу. Прикольненько. Итак. Выбор очевиден. Я буду брать те, во-первых, которых у меня еще нет. То есть эти у меня по одной копии есть. Наставник школы кота. Ведьмак школы грифона. А это у меня будет Саламандра Чародей. Я играл... Очень мало на... Только что прочитал, забыл, да? На чем? Как называется? Когда вышло дополнение Новиград. Господи, вот я вообще тупой, да? Фракция. Синдикат. На Синдикате я очень мало играл. Мне почему-то очень не понравилась их механика. Когда они вышли, я прям игнорировал эту фракцию. То есть для меня это вообще будет как новая фракция. То есть я вообще ничего не знаю. Ну да, не понимаю. Я знаю все терминологии, наверное, но дека была у меня буквально одна, и она такая была лажовая. По 2 единицы урона 3 смертным вражеским отрядам. Понятно. 6. 6 за 5. Хорошо. Адреналин 5. Получите монеты 1 каждый раз, когда платите дань. То есть мы платим 4 и получаем еще одну монету, да? Угу. Ну это хорошая карта. По крайней мере, неплохая. На себя окупает. Это каждый раз оборотка транзакции будет. И это плохо. Лучше бы, конечно, ну. Думал, оборотка транзакции идет после, когда я закрываю покупку, а не когда я каждую бочку открываю. Следующая бочка. Бузбах-бах, давай. Адепт. Третья. Ворованные мутагены уже. Тоже 2 копии есть карты. Выберите мутаген красный. Неси 4 единицы урона вражескому отряду. О, я даже это не читал. Красный 4 единицы урона вражескому отряду. Синий добавьте яд дружественному отряду и получите монеты 5. Зеленый усилите дружественный отряд на 4 единицы. Добавьте ему покров. Выгода 3, если в вашем и не видно, что написано. Прикольно. Это какая-то вариация ведьм, мне кажется, как у чудовищ. Что-то очень похоже. Адепт школы медведя. Тоже 2 копии уже есть. 4 единицы урона этой карте. Ага. В конце вашего входа исцелите эту карту на 1 единицу. Если карта не повреждена, тогда добавьте 1 единицу брони. Химера. Зверь-мутант. Размещение. Поглотите дружественный отряд. Адреналин 4. Усильте все копии поглощенного отряда в его ряду на 1 единицу. Усильте все копии поглощенного. Я буду кушать мандарин. Я его не чувствую, поэтому просто буду кушать. Вот так выбор, да? Все уже есть по одной. Так, они как-то зависят друг от друга. Мне интересно. Так, сейчас, одну секунду. Угу.
Все, я смотрю, источник смущает. Так, интендант школы медведя, Ведьмак. Вообще это обновление как бы Ведьмака. Тут везде добавили своих Ведьмаков. А это вот и охотник школы Грифон тоже Ведьмак. Усилите эту карту на одну единицу за каждый отряд в противоположном ряду. Приказ. Перенесите все единицы усиления с этой карты на дружественный отряд. Одну единицу урона дружественному отряду, затем создать Ведьмака-ученика в этом ряду. Ну, наверное, типа за спама, да, какого-то. Типа, как будто бы у нас не было этих карт, и мы их сейчас первый раз видим. Окей. Не надо каждый раз транзакцию. Господи, мы время потеряем больше на транзакции. Типа, хватит тут обдумывать все. Осталось всего 48 бочек. Спонтанная эволюция. У меня одна копия уже есть. Это арго. Знаете, какие прикольные карты? Чем я подкупил Гвинт в свое время? Ну, по сравнению, допустим, с Хардстоуном. То есть ты уходишь от мультяшек в такой Dark Fantasy. Усильте дружественный отряд на 4 единицы и активируйте одну из следующих способностей в зависимости от категории усиленного отряда. Если это инсектоид, создайте 3 трутней в ряду усиленного отряда. Если это зверь, вместо этого усильте этот отряд на 8 единиц. Прикольно. С неуязвимостью, да? А, мы с неуязвимостью даже не сможем ничего сделать. Да, тупо. Агроид. Давайте 2 единицы брони всем агроидам в вашей руке. Неплохо. Адепт школы кота тоже 2 копии уже есть, тоже в пыль. Рукопашный ряд. Добавьте кровотечение вражескому отряду на столько ходов, сколько отрядов в его ряду. Были похожие карты уже. Дальнобойный. Добавьте выносливость дружественному, сколько отрядов в его ряду. Да, логично. 5 копия карты. Отлично. 3. Редкая. Вот. Во-первых, по фракциям, да? Чем я чаще играю либо нильфами, либо скеллиги. То есть мне и то надо все равно по-любому. Я все равно играю не то, что в мете, что идет там в топах. Я играю по... чем нравится. Так, ладно. Ведьмак школы медведя. Нанесите 3 единицы урона этой карте. Окей. Адреналин 4, вместо этого нанесите по 3 единицы урона этой карте и вражескому отряду. Окей. То есть получается мы играем за 5 пятерку. Плюс 3 единицы, то есть мы 8 статов делаем. Окей. Алхимик школы змеи, ведьмак. Размещение. Посмотрите верхние карты 3 в своей колоде, поместите одну из них на ее верх, затем поменяйтесь с противником верхними картами в колодах. Господи. То есть мы ненужную карту вытаскиваем наверх, а даем противнику. Я понял. Но мы можем также при этом фигню взять, правильно? То есть элемент рандома. Давайте возьмем пока этого скелета. Чувствую, пыли будет. Ой, очень много. Нильфы. Адепт школы змеи, ведьмак. Такого не было. В конце вашего хода усилите эту карту на 1 единицу, если в колоде противника больше карт, чем в вашей колоде. Точно, значит какой-то идет за спам, только не стола, а колоды противника, значит. По-любому что-то на нем играется. То есть мы, скорее всего, будем... скорее всего, как-то можно, значит, увеличивать колоду противника. Что-то подбрасывать можно. Потому что, ну как она будет работать, с чего вдруг, если все по минимуму играют карты. Привет. Тварь какая, смотрите на него, а? 6-я карта. О! Неудачный эксперимент, еще и анимированная. Смотрите, в чем фишка анимированных карт. Я буду сравнивать всегда с Хардстоуном, да? Там, ну, типа, блестящая карта, да, такая. Там двигается задники, ветер, что-нибудь такое. Здесь кусок фильма. Наверное, сейчас взять мой стрим какой-нибудь, который 18-го года. Я там точно такие же слова, наверное, говорю. В конце вашего хода потратите монеты 1. Если у вас нет монет, тогда нанесите 1 единицу урона этой карте. Если у этой карты есть яд, отмените эту способность. О, ну это синдикат, мне с ним тяжело еще пока. Трудно. Нет, не трудно, осталась одна карта, которой у нас нет. А прививки всем отмечать, тут пока никого нет.
Тебе привет. Ведьмак школы змеи. Ведьмак. Размещение добавьте кровотечение вражескому отряду на 2. На 2 хода. Так, стоп. 4-5. Угу. Адреналин 6. Создайте копию этого отряда и поместите ее наверх колоды противника. А, ну вот и за спам. Вот тебе, пожалуйста, все правильно сказал. А что-то не лихо вообще такое умение. Ну, конечно, мы его берем, потому что у нас такой карты еще нет. Но это странно. И она, соответственно, с такими же умениями останется у него. То есть мы человеку дарим дополнительную карту. Противнику. Легендарочка. У нас прячется вот здесь. Так, у меня курсор-то видно, да? Видно. Не забыл. Создание бомбы есть уже много. Новая карта. Саламандра-приспешница. Человек-саламандра. В конце вашего хода усиливаете эту карту на одну единицу, если за ход вы получили хотя бы одну монету. Про синдикат ничего говорить не буду. Адепт школы змеи, вторая карта вышла. Ведьмак школы змеи, вторая карта. О, у нас ни одной нет, но еще одна и... Берингар. Вот где у нас подписчик мой Берингар? Почему не пришел, а? Вот, пожалуйста, Берингар появился карта. Так. Это все карты хорошие, ну, по-любому, они золотые. Так, за 6 мы бросаем 9. Прикольно. Но в конце вашего хода уничтожьте эту карту, если в этом ряду больше нет ведьмаков. Окей, то есть у меня не заход. Я его даже просто играю на стол и тут же убираю. Противник по-любому будет убирать, зная эту карту, он убирает других ведьмаков. Да? То есть, как бы, ну, такое. Герт, ведьмак. Это вообще, мне кажется, из сериала «Викинги», «Викинг», главный актер, который в Warcraft играл. Размещение. Создайте оглушающую сирену в противоположном... Можно ее посмотреть, увеличить? Вот. Оглушающая сирена, 2. В противоположном ряду и нанесите по одной единице урона всем отрядам в том же ряду. О, это как этот, отца-убийца был, такой лидер. Или есть еще? Адреналин 4. Вместо этого создайте оглушающую сирену в противоположном ряду и нанесите ей одну единицу урона. Одну секунду. У меня в руке 5 карт. Я кидаю Герда. Он создает оглушающую сирену за 2 и всем в этом ряду наносит по 1 единицу урона. Правильно? Правильно. Но если у меня остается 4 карты, то есть срабатывает адреналин, я создаю сирену и наношу только ей 1 единицу урона. То есть его нужно разыгрывать до адреналина, да? Какой Вэль, сколько она делает статов? Получается 8, 6... И как минимум она получается 7. То есть карты за 7 играет как минимум на 7. Да, это нормальная карта. А если ряд забит 9 картами, соответственно 16 вообще. Это хорошая карта, она мне нравится. Кайон. Рвение приказ. Усильте все остальные отряды, чья сила равна силе Кайона. Назначение его усиления. То есть мы все троечки усиливаем. Но он у нас в руке должен быть уже усилен. Кайон, это ведь другая карта есть, Кайон тоже. Она убивала все остальные карты что-то, да, с своим значением. Мне нравится Герт, тем более это Скеллиген. Тем более это Скеллиген. Повтор, повтор. Все, теперь оставшийся час мы будем слышать только повтор, повтор. Вторая карта. Редкая. Вот. Алхимика я не взял. Здесь синдикат. Саламандр-выродок. Дань 1, добавьте яд. Усиливайте этот отряд на 2 единицы каждый раз, когда ему добавляют яд. Дань 4 в конце вашего хода очистит этот отряд. Ну, я... Буду брать, наверное, вот, опять же, для меня приоритет это Нильфгард и Синдикат. Ой, и Скеллиген, потому что они мне нравятся больше. Да, давайте, по-любому сейчас еще надо вылететь там, так что Нильфгард. Сейчас без транзакции. Ну, что это за фигня такая?
Седьмая карта. Трудно. Так, у меня это одна анимированная есть. Если зеленая карточка, это значит она анимированная. Подождите, а эти карты по одной должны быть или по две? Это же не золотая? Ну, это анимированная, она прикольненькая. Тут я посыпался, давайте анимированный возьмем. Очень хочется. Грохнем! Бухнем! Так. Я не включил свою шикарнейшую подсветку, которая шумит и мешает, отвлекает меня, блин. О, наставник школы медведя, пожалуйста. Мой Дономаш, ведьмак. Усилите эту карту на одну единицу за каждый поврежденный дружественный отряд. Адреналин 3, вместо этого усилите карту на одну единицу за каждый поврежденный отряд. А вообще за каждый поврежденный отряд, не обязательно дружественный, понял? Редкая. Понял, понял. Ну опять та же дилемма, Скеллиги, синие, господи, Королевство Севера и Синдикат. Выберем Скеллиги. Тут мы Скеллиги выберем. Транзакция. Бум-бум, давай. Так, дайте-ка все-таки я сейчас быстренько подрублю свое освещение, которое просто мне просто нравится. Одну секундочку. А вот и все. А вот и яд подействовал. Давайте дальше. Гибрид. О, это у меня вторая копия, да? Усиливайте эту карту на одну единицу каждый раз, когда поглощаете хотя бы один отряд. Что-то значит на поглощение, да? Хотя, в принципе, те же карты, наверное. Так, PlayStation, не пиши мне ничего. Дрянь. Дрянь. Стрельба по мишеням. Военное искусство. Усилите дружественный отряд на 4 единицы. Если в его ряду есть ведьмак, создайте ведьмака-ученика в этом ряду. За спамчик какой-то. Вторая карта. Диверсант школы кота. Хорошо. Трудно. Да и опять же, не трудно. Мы выберем вторую. Вот мы заберем то, что еще нет у нас. Это синдикат. Это мы и читали уже. Выродок. Саламандр выродок. Берем. Это мне понравилось. Let's go! Давай дальше. О, легендарчик. Травленное оружие, второе. Мы одно подняли, все, я помню, мы читали. Господи, девятая карта, вы вообще в своем уме? Варит всевидящий. Это у нас нильфы. Рукопашный ряд, переместите карту с наибольшей... Рукопашный ряд. Переместите карту с наибольшей стоимостью найма в колоде противника на ее верх. Окей. Окей. Дальнобойный ряд. Переместите карту с наименьшей стоимостью найма в колоде противника на ее верх. Как это работает? Зачем мы выкидываем слабую карту, я могу понять. Почему это усложнение, я не понимаю. Выдавая сильную карту, типа не по таймингу, то есть он ее рассчитывает в третьем раунде, мы во втором ее вытянем. Так он ее просто не сыграет. Либо сейчас какие-то есть деки, которые сжигают свои карты, может быть, или как раз обмен, может быть, идет в этом фишка. А, все, я понял. Мы играем Варита Всевидящего, который без глаз, если я не ошибаюсь, да?
Да. Мы играем его, мы кладем наверх в колоде противника самую сильную карту, наверх колоды, а потом мы играем того чувака, которого я забыл, как зовут, и мы меняем нашу рандомную карту на его самую сильную карту. Воруем карты. А я понял. Вот. Опять же Нильфгард, который у нас нет. Наставник школы змеи. Сидит на пеньке. Похож на какого-то актера нашего. Так. Размещение. Сделайте силу этого отряда равной стоимости найма верхней... Господи, опять верхняя карта. Сделайте силу этого отряда равной стоимости найма... А, вот, пожалуйста, синергия, да? Мы берем этого всевидящего. Ставим сильную карту. Чаще всего, если это не какой-нибудь регис, там эта карта по статам большая, да? И мы... А, стоимость найма. Тогда и регис пойдет. Стоимость найма там по-любому 12-13, да, вроде бы. Да, мы вытаскиваем самую большую карту наверх колоды противника, потом, допустим, играем наставника. Мы его бафаем на 12, и потом следующим ходом, если все окей и карта не сыграна, мы еще ее заберем себе. Дека создается! Декбилдинг! Онлайн, без смс там и регистрации. You know? Открыть следующую бочку? Конечно. Бухнем! Бухнем! Это нормально. Все хорошо. Повтор. Повтор. Ну, вторая карта приспешница, окей. Повтор. Трудно. Нетрудно. Это у нас две карты уже есть, либо Синдикат, либо Нильфгард. Мы берем Нильф. Вообще, кстати, карт не так ведь и много. Их, помню, какое было дополнение, это Кровавая Луна, что ли, как называлась она? Кровавое Затмение? Алое. Алое Затмение. Алое Проклятие. Про вампиров. Там было что-то 100 карт, мне кажется. Здесь 70 карт дополнения вышло. Для каждой фракции по 10, 10 нейтрально. Повтор. Повтор. Зря я купил 50 бочек, я понял. Вторая карта, наставник школы Грифона. Размещение. Возьмите верхний отряд из вашей... Все на верхних отрядах. Из вашей колоды, затем затасуйте карту из вашей руки обратно в колоду. Адреналин 4, усилите взятый отряд. Усилите взятый отряд на 2 единицы. Ну, прикольная карта. Меткая. Это у меня анимированная карта есть, значит. Этих 3, это пошел вон. Кого мы берем? Кем мы будем чаще играть? Чаще я буду играть этими зверями. Кем? Чудовищами. Ну и потому что девочку берем. Ты по какому принципу ты обрабатываешь транзакции? То обрабатываешь, то не обрабатываешь. А тебя не поймешь. Повтор. Повтор. О, новое. Вот это да. Надежные доспехи. Набег. Это Скеллиген. Нанесите 2 единицы урона вражескому отряду. Создайте 3 ведьмаков-учеников в противоположном ряду. Нанесите им по 1 единицу урона, затем добавьте им по 1 единицу брони. Господи, как легко все. То есть я за 5 провизии разыгрываю карту, которая... А, кстати, а ведьмаки-то какие? Поскольку у них по 2 стата. По 2 стата, да? А, это на нашей стороне они создаются, правильно? То есть я наношу 2 единицы урона врагу. И в противоположном ряду я делаю 3 ведьмаков. Это 6. И наношу им по 1 единице урона. Но добавляю 1 единицу брони. То есть у них получается 1 здоровье, 1 броня. Так. А теперь считаем, сколько это, да? 2, 5. 5 за 5. Да, это карта 5 за 5, по сути. Это даже 5 за 5 плюс 3 брони. Вот так это играется. Плюс, опять же, это 3 карты на столе еще стоят. Но они с броней. То есть 5 на 5 плюс 3 брони. Ну окей. Так, это вторая карта, хоть не школа Грифона. Все, это мы читали сейчас.
А вот и тот, которого мы еще не взяли, мы его и берем второго, пожалуйста, Виндономаш. Все. Как мне кажется, мы 20-й бочке, мы уже покупаем эти дополнение все заберем. Остались только золотые карты, наверное. А во сколько их, интересно, в каждой фракции? Все, одни повторы. Ну, второй синдикат. Не надо было, наверное, покупать 50, да, надо было купить, наверное, 20. А потом еще, если что, докупить. Хотя, ладно, откуда мне еще золото может упасть? Ниоткуда. Повтор, 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 повтор. Повтор. Тут, правда, одна анимированная, одна обычная, здесь тоже. Три бочки подряд открываем с повторами. Идем в коллекцию и смотрим, разбираемся, что нам не хватает. Бах! Бить! Повтор, 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 повтор. Редкая. А, вот. Неудачный эксперимент, вторая карта. Да, эти все. Ну ладно, эта бочка не считается. Ждем три бочки, которые дают нам все повторы подряд. Идем в коллекцию выяснять, что нам надо, и будем за это держать пальчики. Кулачки на пальчик. Повтор, 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 повтор. А, какой, да? Ведьмак школы кота новая. Ну, как вот, дополните как раз вторая, как и нужна. В конце вашего хода переместите эту карту на другой ряд. В другой ряд на ее стороне. Нанесите одну единицу урона случайному вражескому. Как отряд Врихин или как они там? Что-то, мне кажется, это такие движочки запустили. Это же синергия будет с этим. Господи, звук называется не мечник. Ну, тоже все, кто бафуется, кто дает урон в том случае, когда отряд перемещается. Плюс дриады, которые перемещаются с одного края. Ну, там, через карту прыгают и усиливают эту карту при перемещении. Я думаю, сейчас, да, сейчас, наверное... Ну, сколько дополнений уже? Недели 2-3, наверное, да? Скорее всего, есть такие колоды, наверное, у белок, да, которые вот на этих перемещениях. Ой, я не выбрал? Рухнем! Рухнем! Легендарчик. Повтор, повтор. 11 карт, господи. Эх, и все три новые, да? Ну все, они меня не отпустят, они не дадут мне уйти. И не тратить последние бочки. Окей. Мы прочитали про Берингара, это понятно, это такая опасная карта, я бы сказал. Ее, в принципе, если играть... Ее, наверное, хорошо играть, когда... Зависло. Переподключение успешно. Хорошо. Где трансляция? Все ок? У меня просто не ок. У меня сейчас даже на трансляции написано все не ок. Типа дальше все идет, да? Угу, все пошло. У меня просто из-за задержки я маленько пораньше это ощутил, что что-то не так. Непонятно какой. Первый раз такое было, чтобы ABS написал. Было прерывание, сейчас восстановилось. Угу. Прерывание первый раз. Я прям это... Окей. Так, Берингар. А, Берингар, кстати, еще общая карта. Она не межфракционная, скажем так. Рональд... Блейнхейм, Человек-Саламандр. Получаете две монеты каждый раз, когда отряду добавляют яд. Адреналин 5, вместо этого получаете монеты каждый раз, когда дружественному отряду добавляют яд. Все на ядах. Так, а Брегин, ведьмак, что он делает? Уничтожьте крайний правый отряд в ряду противника, если в нем не менее 5
Так. Крайний правый отряд в ряду противника, если в нем не менее 5 отрядов. Угу. Адреналин 3, вместо этого уничтожьте крайний правый отряд в ряду противника, если в нем не менее 3 отрядов. Ну, это за 8 провизий, это... Какая максимальная? Сколько у нас карта там без прокачки? Сколько? 10, да? Или 12? 10, наверное. То есть она может на 14 сыграть. Может, конечно, сыграть на... Подбитый какой-нибудь отряд, может на 5 сыграть. Не, ну по-любому пока берем ее. Хотя, стоп, Берингар. Нет, мы берем Берингара. Как последний ход в любой деке, в принципе. Почему бы и нет? Плюс 9 статов. Опять же, при условии, что последний ход за нами. Ладно, Берингар, пойдем. Собираем манатки, пошли. Да, вот битрейт сбился, что-то. Да? Поехали. Повтор, повтор, повтор. Повтор. Прям не дают колоду, чтобы были все повторы специально. Как услышали мои слова прям, да? Наставник школы. Ребята, на стриме, кстати, потестите эту штуку. Поводите мышкой по экрану. А, это наверное, в игре только, наверное, работает, когда идет матч. Ну-ка. А, они сейчас все написаны, да. Вот. Наставник школы змеи, да? О, вторая карта «Надежные доспехи». Тут повторы одни, конечно. Все, поломались. Повторы все. Начинаем отсчет. Один. Три подряд таких этих и все. Ну, как... сейчас, наверное, ничего не сработает. То есть, когда будет матч... Там можно наводить мышкой, грубо говоря, на карты и смотреть, какие карты лежат, то есть, ну как, кроме противника. Читать описание карт и так далее, то есть, такие моменты. А, ну вот, кстати, может быть, тогда вы все эпически сейчас отдадите мне за 30 бочек, тогда было вообще бы шикарно. Опять Арнольд второй раз пришел к нам. Хильдар, ведьмак. Восполнение. За восполнение. А, активируется каждый раз, когда вы играете карту военного искусства. Создайте ведьмака ученика в этом ряду. Адреналин 4 в конце вашего хода. Создавайте ведьмака ученика в этом ряду. Адреналин 4. Угу. То есть плюс 2, 4 хода в идеале. Расширение предлагаю установить. Ну, я-то ничего не ставил. Я когда на чужие стримы приходил по гвинту, у меня просто смотрю, я, у меня все активно. Ну, сейчас тогда откроем, я зайду в матч один, посмотрим, как это работает, не работает. Потестим. Да, мы берем Кильдара, я думаю. Давай, гвинт. Вот если ты мне сейчас за 30 бочек отдашь все золотые из нового дополнения, я тебя, ну, тебя цены не будет. Если там даже останутся какие-то обычные карты, не скрафченные, я скрафчу, у меня есть все. У меня все есть. У меня 4000, мне хватит. То есть золотые крафтить не хватит. Повтор, 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 повтор. Я сказал, 3 подряд надо, да? Это не подряд. Это первое. Ой, опять забыл выбрать. Что же я за человек такой? Давай, давай. Прям там было как легендарно, а это золотая вообще сейчас будет. Ой.
Скрыть 4 карты. А, это и 4 карты. Повтор. 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 Что вы думаете? Повтор. Нет, не повтор. Дополнительная вторая. Отлично. Ну-ка. Короче, я что-то забыл, какие карты как называются, да? Я говорю, что легендарка. Вот легендарки золотые. Так. Так. А, плюс же еще Альзур, самая главная карта, типа дополнения, но она не особо играбельная, я так понимаю. Гортур Гвайт. Место. Стойкость. Размещение. Создайте и сыграйте. Адепта школы змеи, ведьмака школы змеи, наставника школы змеи и алхимика школы змеи. Приказ: переместите отряд из сброса противника наверх колоды противника. Вау. Это что за... Я поломаю вам... Я поломаю чужую колоду, это называется, да? А, просто наверх колоды противника. Ну да. То есть выбор-то между раундами так и остается, в принципе. То есть это не сценарий, карта, есть карта сценарий, а эта карта уже место называется. Что-то это новенькое. Гезерос из Лейды, ведьмак, рукопашный ряд, в конце вашего хода переместите эту карту в дальнобойный ряд и усильте случайный дружественный отряд в этом ряду на один. Дальнобойный ряд, в конце вашего хода переместите в рукопашный ряд и нанесите одну единицу. Ну, короче, это кабан. Была такая карта, и есть такая карта, да, древень, как, ну, типа вот, кабан древень, но тоже каждый ход прыгает. За 12... Это древень, хотя бы он лечился. А тут, получается, мы бафаем и наносим урон только. Почему такая дорогая? Я, может, не понял область применения ее. Ладно. Геральт Квен. Ну, мы поняли, что я возьму, скорее всего. Геральт Квен, наверное. Щит. Размещение. Сыграйте ведьмака из вашей колоды. Дайлин 3. Добавьте ему щит. Так. А, из колоды, не из руки, из колоды. То есть это прокрутка плюс статын, да? Плюс щит. Я уже просто прикидываю, куда его. Сейчас, может быть, полно таких карт уже. Но мне сразу на ум приходит его в Нильфу закинуть. И там девочка, как ее, не Сабрина, не помню. Беленькая, которая с княгиней Тусента, которая... у которой размещение, она делает силу отряда равна его стоимости найма. То есть я кидаю предпоследней картой, допустим, Геральда, вытаскиваю еще одного ведьмака, кидаю ему щит и стою спокойно, ничего не делаю, да, у меня плюс ведьмак на столе. А он уже, может быть, будет пробафанный, кстати, Весемиром, к примеру. И я ставлю, опять забыл, как ее, Анна Генриетта. И вторая, беленькая, беленькую ставлю. И беленькая делает его силу не 2, а 10 уже. Короче, я просто хочу взять Геральда. Все, я сейчас найду 1000 причин отговора, почему мне нужен Геральд. Геральд, Квен. Тем более она общая. Вот так. Следующая. 12 карт, 11. Да вы что делаете-то? Все, все повторы. Первая колода. Да блин, выберу любую. Вот еще две таких же, и мы заканчиваем. Ну, идем смотреть, что нам нужно. Будем заказывать. Повтор, 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 повтор. Редкая. Повтор. Вторая колода с повторами. Да блин, что это? Ну давай. И как раз у нас получается экватор. 25 бочек позади, значит, мы все делаем правильно. Да, как раз. Вот так сделать.
Повторы. Трудно. Какие? Вот наставник школы кота, пожалуйста. Усилить эту карту на значение равное числу карт в этом ряду. Адреналин 4, усиливать эту карту на 1 единицу каждый раз, когда в этом ряду появляется карта. А вот подождите-ка. Размещение. Усилить эту карту на значение равное, допустим, там стоит 4 карты. То есть мы его ставим, мы становимся 5. 5 за 5, окей. А если адреналин 4, если у нас в руке 4 карты остается, то усиливайте эту карту на 1 единицу каждый раз, когда в этом ряду появляется карта. Внимание, вопрос. То есть размещение не срабатывает? А, нет, наверное, размещение в любом случае срабатывает. Просто если еще адреналин подбит под это, тогда еще и он будет усиливаться. Я понял. Все, я понял. Все, таймер сбит. Заново начинаем. Три колоды без с повторами. Давай, пурум-пурум. Давайте так делать. О, не повтор. Дополнительные карты. Наставник школы медведя ведьмак. Спасибо. Редкая. А тут все повторы, конечно. Ну, нам еще нужно как минимум, вот и здесь, из карт, которые предлагались, три карты, которые я хочу взять. Это место, это из синдиката чувак, и это чувак из Скайтейли. Те карты, которые я просто видел, они есть, существуют они. Повтором. Первая колода с повторами пошла. Опять я не взял карту. Повтор. Ой, анимированная? Их сейчас бы я пропустил. Анимированная карта. Анимированную мы берем, конечно. Анимированная хорошо, но не считается, Гвинт. Это вторая колода подряд с повторами. Самое главное, я говорю, сейчас пойдем в коллекцию, искать, каких карт не хватает. А потом вернемся и будем дальше открывать. То есть ничего не изменится, в принципе. Повторы. Повторы. Пойдемте в коллекцию. Посмотрим, что у нас. Много ли карт не хватает. Это нам никак не поможет получить недостающие карты. Но мы хотя бы просто поймем, сколько нам нужно там на крафт или что-то такое. Ой, кстати, смотрите, поставил случайно, не хотел выпендриваться. Первопроходец. Вот эта вот рамочка морда дракона и первопроходец, это только у тех, кто был в ЗБТ. В закрытом бета-тесте. Это вроде первое событие, которое было там. Окей. Конструктор. Лишние карты. 79 обычных, 27 редких, 1 эпическая. То есть сколько? 99, 106, 107 карт уже перемолот, 1380 обрывков. Отлично. И где? У меня же было, нет, да? Алло. Ау. Блин, магазин вышел, извините. Да подожди ты, видишь, я на руду зачем-то нажал. Сразу магазин перекидывает. Вот, появилось нормальное значение, 5700. 5700 уже лучше. Так, нужно посмотреть. Карты только из дополнения. Набор карт. Ой, господи, как вас много уже. Путь Ведьмака. И нужно выбрать тех, которые... А, тут надо выбирать как-то все. Вот так, наверное. О, господи, сколько карт-то не хватает! Я думал, две карты не хватает.
И они все золотые. Ну, конечно, мы всю бронзу собрали. Господи, зачем столько золотых карт? Чтобы никогда их не скрафтил, да? Уроды. Я еще легендарный рад. Ну как, легендарный, да, по идее. Все, бронза есть вся. То есть вот все карты, которые до этих, до фиолетовых, у нас все есть. Какие анимированные, не анимированные, это для меня роль не играет. Мне главное, есть наличие. Давайте посчитаем. Быстренько. Я сейчас, наверное, собьюсь 8 раз. 800. 1600. 2400. 3200. 4. 4800. 5600. 6. Чего я сказал? 5600. А, ну все правильно. 4400. 6400. 7200. 8. 8800. 9600. 10. 400. О, это 200. 10600. Опять 800, да? 11400. Этот есть. Саламандр. 11400. 12200. 13. 13800. 14600. 15400. 16200. 17200. 18200. 19. Господи. 19200, 19400, 19600, 19800, 20. 20200, 20400, 20600. Все. 20600 нужно руды, ой, обрывков, чтобы я скрафтил эти карты. У меня 5. То есть, если что-то мы сейчас не откроем, мне еще нужно будет 15 тысяч обрывков вот этих вот. Да, я думал, мы... Тут 50 бочек не хватит, нужно 150 покупать, чтобы все их вытащить. Бронза-то летит, ну ура. Ну что толку, со 100 карт мы перемололи, ну грубо говоря, 1500 обрывков, да? Это мало. Ладно, поехали дальше открывать. 30 мы открыли, осталось 20. Надо бум-бум, давай, ты бум-бум по-хорошему делаешь. Ты прям золото, золото, золото. Работает, золото. Так, ну повторы, да? А, вот он, Роналд Блейнхейм вышел. 800 мы уже сэкономили. Классно. Классно. Ну, читаем, короче. Так, у нас, смотрите. У нас все нормально, в принципе, да. То есть, если бы еще вместо этих... Вместо общего был бы Нильфгард, то да. Нильфгард. Поехали, Кощей. Симбиоз. Создавайте трутня в этом ряду каждый раз, когда у этого отряда срабатывает симбиоз. Что? А, когда у Кощея срабатывает симбиоз. Угу. Адреналин 4. Вместо этого создавайте личинку Эндриаги. Вместо этого прям, да, то есть. Угу. И в этом ряду каждый раз, когда у этого отряда срабатывает симбиоз. Личинка Эндриаги это сколько? Один и обреченность или как ее там? Трутень, один и обреченность. А, две брони в Эндриаге, точно, 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 конечно. Я на этой колоде столько времени играл. Ну, с этой картой. То есть у нее и симбиоз есть, да, за 10, 4, 3 брони, и создаем еще одну. Ее под резину надо, наверное, играть, да?
Так, Косимо Малоспина. Малоспина. Что я такого вообще не помню. Персонаж. Обратите, размещение. Обратите смежные отряды в случайные отряды со стоимостью найма на один выше. О, рандом. Арнагат, ведьмак. Прикольный. Размещение. Добавьте по одной единице брони за каждый поврежденный отряд. За 10, 7, ну допустим. Адреналин 4. Каждый раз, когда противник играет отряд, наносите ему урон, равный значению силы Арнагада. Ох, как сложно. Каждый раз, когда противник играет отряд, допустим, за 3, наносите ему урон, равный значению силы Арнагада, то бишь, допустим, 7, да? Мы его убиваем. И наносите Арнагаду урон, равный силе этого отряда. Независимо от того, убьем этот отряд или не убьем, правильно? То есть мы так вышли, поставили, одну карту он вытащил, он нам сбил броню. Вторую карту он вытаскивает, он нам сбивает уже наше здоровье. В принципе, на 3 хода нормально. Так. Ну вот эти, конечно, я вижу карты. Это рандом, это прикольно, но это больше для фана, мне кажется. Гвинт не та игра, в которой рандом должен быть на первом месте. Это, ну, это не Hearthstone. Я верю в Арнагада и в Кощея. Но берем мы, наверное, Арнагада сначала. А Кощея потом еще что скрафтим. Две золотых, ну, две как бы дорогих карты вышло нам. Приятно. Потому что у нас все время перерыв такой 5 минут делает, чтобы это... Он задумался и начал нам нормальные карты подавать. Ух, Арнагад, не подведи меня. Я Кощея не взял, я вот я дольше знаю, чем тебя. Повтор, наверное, да? Неметкая. Давай. Повтором. Эпическая. Угу, эпическая. Селективная мутация. Алхимия. Возьмите любую карту с адреналином и затасуйте карту. Так. Любую карту с адреналином и затасуйте карту из вашей руки обратно в колоду. Любую карту, рандомную, то есть, да? Из колоды. Создайте ведьмака ученика в каждом дружественном ряду. Ну, то есть это плюс 4 стата. Окей. То есть она за 6 играет на 4 плюс замены карты. Угу. Енот из Бельвахина. Бельхавина. Размещение. Уничтожьте поврежденный вражеский отряд. Любой поврежденный вражеский отряд. Да? То есть он может за 9 сыграть на 15. Может плохо сыграть, но может сыграть хорошо. Видите, как ты? Видите, что я делаю, да? Я прокачиваю скеллиги, да? Ненавязчиво. Окей. Повторы, что ли, опять? Ух ты. Трудно. Повторы. Давайте так, обрывки. Вы знаете, это сразу в обрывке идет. Из обрывков мы сможем крафтить карты. Все. Мы покупаем не пустоту, мы покупаем нужные и необходимые вещи для крафта. Повторы. Меткая. Повторы. 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 Все. Крафтим обрывки. Видно, не видно? Что у меня есть? Грохнем! Бухнем! Так, так, так. Эпическое, да? Повторы.
Чудесненько. Чудесненько. Ну так, крысолак. Какой-то другой крысолак уже, да? Так, это мальчик или девочка вообще? Макси Ван де Кар. Это, наверное, мальчик. Или девочка. Непонятно. Грудные доспехи какие-то, еще куртка какая-то. Непонятно. Непонятно. Крысолак. Зверь. Приказ. Восстановите силу этого отряда и создайте столько крыс в этом ряду, сколько было снято единиц усиления. Ход восстановления 1. В конце вашего хода поглотите отряд справа. В общем, похоже на Соскеллиги, который наносил урон этому карте слева и поднимал себе плюс 2 единицы здоровья. Восстановите силу этого отряда и создать. Ага. Одну секундочку, сейчас пойду вскрою дверь. 30 секунд. Все, поехали дальше. А я не прочитал еще про этого, да, про Макси. Я просто не смущаю то, что восстановите силу этого отряда. Типа, а как, что с ним будет, если он в руке лежит, что его восстанавливать-то? А, этот приказ у нас, он остается, мы же можем его разыграть попозже, правильно? Все, если он получит урон, мы сможем просто восстановить его. Все, я понял. Восстановите силу этого отряда и создайте столько крыс в этом ряду, сколько было снято единиц поселения. Все, нанесли ему 4 единицы урона, мы нажимаем приказ, прожимаем, и у нас 4 крысы появилось, и 4 стата мы ему восстановили. Все, я понял. Макси Ван де Кар, человек, размещение. Посмотрите все карты из вашей колоде, начиная с ее верха. Посмотрите все карты вашей колоде, начиная с ее верха. Если хотите, перетасуйте колоду, затем поместите карту в ее низ. Я понял, как это работает. Тут, видимо, очень много механик теперь появилось на вот это вот. Поставьте сверху, поставьте снизу, поставьте сбоку, поставьте с краю. Это, наверное, неплохо, но это прям новая механика, типа, надо разбираться. Но она общая, конечно, может, ее применение больше будет. Давайте возьмем все-таки Макси. Мне больше нравится, конечно, крысолак, но я так думаю просто, если вот область применения у него, наверное, больше, шире. Так, с нами легенда. Тебя не видно. Я не пойду в кадр. Не пойду, ну ты, я думаю, ты не влезешь в кадр, потому что у меня тут вот сюда идет. Пойду. Нет, ты не влезешь. Не очень тихо тело. Повтор, наверное, да? Ну, конечно, повторы. Вторая получше игра. Нет, первая. Сейчас нам уже менять нечего, нет смысла что-то лазить в коллекцию и смотреть. Мы знаем, что дофига карт надо. Дофигища.
Я купил 50 бочек по 5 карт. Это 250 новых карт. Ну тут одни повторы. Ну это как бы ожидаемо было, да. Рокс, ты замолчи вообще. Такие дела. Можно я попрошу тебя покормить коты? В холодильнике на дверце лежит корм. Пол пакета ей на кухне. Холодильник в прихожей. Там ниша. Повтор, наверное. Ну, конечно. Все, один с почкой, и веры в золотые карты все меньше и меньше. Угу. Где плевать вообще? Да что ты? Так, эпическая, да? Повторы, понятно. Здравствуйте, золотая карта, треугольник в треугольнике, да? Треугольник в треугольнике, отличное название. А, это заклинание. Усилите дружественный отряд на его стоимость найма или нанесите вражескому отряду урон, равный его стоимости найма. Чаще всего стоимость найма это побольше, чем сила, да? Чем статы основные. Я, в общем, сразу думаю про какие-то вот крайности. Вот Регис, да, за 2. Он 2 волны сделает урона противоположному ряду. Да, сколько он там снимет, там может 15 снять. Да больше даже может. Ну, грубо говоря, 10 он снимет, да? То есть карта за 12 сыграет на 12. Мы берем это заклинание и ему еще плюс 12 статов делаем, да? Да. Прикольная карта. Нам и выбирать нечего, у нас все это есть, поэтому да. Хорошо. Причем она общая карта, ее можно в любую фракцию закинуть, в любую деку. А сколько она стоит, я не посмотрел. Дорого тоже, 12, наверное, да? В принципе, золото, да? Буц-бац-бах. Угу. Повторы. И повторы. Повторы и повторы. О, золотая. Повторы. Так, саблезубый. Мне вот прям место, мне кажется, это вообще что-то прям такое очень крутое. Я опять сейчас, наверное, выберу другую. Ладно, саблезубый тигр, зверь. Рвение, приказ. Обратите в карту саблезубый тигр скрытность. В конце вашего хода несите по 2 единицы урона всем вражеским отрядам. В чьем ряду нет других отрядов. Так, еще раз. То есть мы его выставляем. У нас рвение и приказ. Мы берем скрытность, правильно уходим? В инвиз, так сказать. В конце нашего хода нанесите по 2 единицы урона всем вражеским отрядам, в чьем ряду нет других отрядов. То есть если там стоят только ведьмаки, мы долбанем. А если там стоят ведьмаки и, допустим, маги, то уже не долбанем, правильно? Спорненько. Идаран из Улива. Каждый раз, когда создаете отряд за первый раз заход, создавайте его копию в этом ряду, делайте ее силу равной единице и добавляйте ей обреченность. То есть это при условии, когда он на столе, да? Эта карта. Каждый раз, когда создаете отряд, первый раз заход. Человек один. Создавайте. Понятно. Она общая. Создаете. Так кто у нас больше на создании работает? Это, в принципе, на... Это не эльфы на этом... На... Не синергия, господи, забыл. На ассимиляции, да? Ассимиляция, она, наверное, актуальна до сих пор. Кайр Серен, место, стойкость совмещения. Ну, также адепт, ведьмака, наставника и охотника. Только школа Грифона. Усилите отряд в вашей колонии 3. Блин, я хочу, наверное, надо брать места. Надо было и тогда, наверное, брать это место, блин. Тем более, нильфы были. Когда создаете отряд в первый раз заход.
Нет, она просто, она так работает, почему-то эта лампа. Непонятно почему. Сейчас, да. Я теряюсь. Если это реально карта, она помогает играть с ассимиляцией, то есть когда колода, когда создаешь колоду, и там все зависит от... Ты создал какую-то карту, и она пробафывает твой стол. Тут получается, мы помимо того, что эту карту создаем, мы еще и бонус к ней создаем в виде там такой же копии, такой же карты с копией 1. Не обижай ее, просто попроси так не делать. 800 руды стоит карта, и та, какая плевать в жопу разница. Я и то скрафчу, все. Кто это паникующий же? Могу себе позволить, эй. Все обрывки мои, все сделаю. Все скрафчу. 7 бочек, да? Опять. Хорошо. Повторы. О, Кайон, привет. Это все, ребят, молодцы. Это с нами теперь Ведьмак. Королевство Севера. Мы его читали уже, если что. Хорошо. Ну сколько, ну, наверное, по-любому 1015, наверное, придется. То есть, чтобы, ну, докрафтить все. И сейчас мы 1000, наверное, я думаю. 1002, наверное, мы поднимем. То есть останется еще 8000 обрывков. На которые буду копить до следующего обновления. Повторы. Меткая. Повторы. Они нервы выдавали, я не знаю. Повторы. Как я угадываю, а? Трудно. Не трудно, просто угадываю. Повторы. Меткая. И все эти карты вообще есть? Ну, уже да. Что-то 70 карт, это было на... Вот я говорю, когда вышло Алое Проклятие, то есть там было не... Не 5, сколько фракций всего, я забыл. Посыпался. Так, Королевство Севера, Скайтаэли, Скеллиги, Нильфгард, Чудовище, 5. Когда вышло Алое Проклятие, было 5 фракций, и было 100 или больше 100 карт новых. Сейчас 6 фракций, получается, и вышло дополнение, на которое 70. 70 карт всего. То есть по 10 на каждую фракцию и 10 на крайне. Ну, все равно, 50 бочек, наверное, много. Это нормально. Да не, бывает, там подвисает что-то. Повторы. Повторы. 2 бочки осталось. О, сейчас будет хорошее. Пожалуйста, не надо повторы, у меня карты хорошие. Давайте новую карту. Осталось 2 бочки, больше такого шанса уже не будет. Они потели вам в жопу! Ну ладно. Ну побольше получим обрывков, скрафтим. Больше карт. Больше нужных карт будет. Бить-бум-бах! Бить-бум-бах. Меткая! Все, последняя бочка. А, это была последняя бочка. Я думаю, что-то одно, смотрю, еще было написано. Так, 5700 у нас сейчас. Сколько? Я думаю, 2000. Я думаю, мы сейчас получим обрывку. Тысяч 300. Твою мать! Еще меньше. Почему? Отлично. 1300, то есть 7 у нас, да, получается, ровно, 7-17, да? Окей, окей.
Я вам скажу больше, мне сценарий не особо был. Я с того... А вот он, один главный ведьмак на фракцию, я так понимаю, типа есть. Походу, да. Угу. Да, вот смотрите, на ведьмак на Скайтаэли, ведьмак на Нилфгард, ведьмак на Королевство Севера, ведьмак на Синдикат, и вот, на, вот ведьмак Арнагар как раз на Аскельге мы его забрали. Ну и Альзур, который нам не выпал за 50 бочек. Ну, если с учетом того, сколько я открыл, 55 бочек, наверное. Все, 7000. Это, по сути, если брать только карты по 800, сколько получается? 7? 7 карт. Нет, больше. 8. 6400 будет. То есть 8 карт мы, в принципе, скрафтим. Ну что тогда? Все. Тогда я ухожу в подполье, короче. Че? Да лещик. Не получилось? Не получилось. Нет, буду, короче, студировать. Я по-любому деки 2 я создам сам, потому что когда-то мне это получалось. В принципе, я в этом шаре. Вот. И остальные деки будем искать уже по этим. Библиотеки колод и так далее. То есть, что сейчас в топ-деках. Хотя, кстати, если я не ошибаюсь, последний месяц он был не этот, не игровой. То есть, киберспорт в этот месяц ушел. Что-то из-за пандемии, что ли, не стали устраивать какое-то соревнование, что-то я не знаю. Ну, короче, получается, мету сейчас нельзя скомпоновать нормально, нет данных. Потому что этих соревнований не было. Ну да. Так, ладненько тогда, все. Буду разбираться, значит, я думаю, сколько мне дней, сколько мне сутки. Двое понадобится что-то создать, чтобы что-то поиграть. Хотя можно идти в сезон. В сезон я играю старые колоды, в принципе, так что это вообще. Все легко, все просто. Ладненько, ребят, спасибо, кто оставил компанию на стриме. Вот, не забывайте переходить по ссылочкам на YouTube. Работает у нас и YouTube. Хотел сказать, Инстаграм. Инстаграм заходите, ВКонтакт заходите. В Одноклассниках я был тоже. Прикольно там, конечно, был. Вру, никогда там не было прикольно. Вот, ссылочки в описании. Желание помочь каналу, переходим. Хотите на YouTube, переходите. Хотите на Twitch, переходите. Хотите в Инстаграм, ВКонтакт, переходите. Хотите к Артелю, заходите. Ссылочка тоже есть в описании, но не здесь, на YouTube. Сначала на YouTube, потом ссылочка в описании туда, потом хоп и туда. Все, ладненько, всем давайте спасибо за просмотр. Всех с наступившим Новым годом еще раз. И пока-пока всем.